2 и 3 июля. Площадь Свободы. На ивент-локации фан-зоны Евро-2016 в Харькове состоится открытый кубок по кроссфиту «Харьков Атлетик Челлендж». Лучшие спортсмены города соберутся в одном месте, чтобы состязаться в силе, ловкости и выносливости. Призовой фонд – 20 тысяч гривен. Начало соревнований в 11:00. Организатор проекта – Департамент спортивных, имиджевых проектов и маркетинга Харьковского городского совета. Спонсоры – спортивный клуб «Авентадор», фитнес-клуб «Аура», спортивный клуб «Йод», кроссфит-бокс «М4». Регистрация на сайте sportevent.com.ua.